Здорово, молодые рэперки! Если вы хотите стать крутыми, вам нужно будет создать образ. И важной частью образа рэпера являются, конечно же, грилзы. Эй, это все дико, например. Эй, мы курим дико, например. Эй, мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Нет, у меня часы с пятницы по понедельник. Не стучи в мою дверь, если у тебя нет денег. Наверное, сквозь ваши вены ночью краска из баллона украси стены. Ну что, Ребзи, как вы поняли, это насадки на зубы. И стоит осознавать, то, что стоят они дорого, а денег у нас мало. И сегодня мы покажем, как сделать грилзы из подручных средств, которые вы найдете в шкафу своей мамки. Вы, наверное, хотели бы спросить, что это за подручные средства, а это фольга. Итак, отрываем от фольги небольшой кусок. Примерно вот такой. Дальнейшие действия. Поправляем. Готово. Нужно относиться ко всему проще. Чел. Закрой рот, мы тебя убьем. Даже если не окажешься тряпьем. Закрой рот, мы тебя убьем. Придержи язык, подольше прожигешь. Закрой рот, мы тебя убьем. Даже если не окажешься тряпьем. Закрой рот, мы тебя убьем. Придержи.